Я учился в ЛВСЭ, а тогда еще под Ленинградом. Были у нас тогда очень известные художники, которые тоже заканчивали ЛВСЭ. Вот, ну, как-то мы сдаем документы на поступление. Не на живописный факультет, а на архитектуру. Пишу я заявление, документы подаю. Комиссия принимает документы, откладывает их в определенную папочку, где живописный факультет. А я смотрю, что они переложили мои документы не в ту папочку. Я говорю, мне надо в архитектурную, а вы положили в другую. Они потом посмотрели заявление, ты хочешь в архитектурную? Нет, ты что, глухим туда нельзя. И возвращают мне документы. Я говорю, я хочу в архитектурный. Комиссия мне отказывает. Как быть? Ну ладно, я тогда иду к ректору. Вот. И жалуюсь ему, что вот мне не дают поступить. А тот обещает ему помочь, вызывает служащую специальной папкой. И папкой значит, написано перечень профессий, которые можно, а в котором и нельзя глухим учиться и работать. Вот, например, в самолете летать нельзя, в космонавте, и вот, получается, в архитектурной тоже нельзя. Вот. В свое время глухие поступали только в живописный, в культуру, а вот в архитектурный никогда. Вот, получается, я первый. Все равно у меня документы не принимают. И вот тогда я решил письмо написать министру культуры СССР. Еще тогда была Фурсова. Вот. Вот я ей пишу письмо. Вот. И, правда, не напрямую, а в отдел культуры СССР. Если мне там откажутся, тогда и прямо к Фурсовой. Вот принимает у меня документ, жалобу. Вот. Что в письменном виде. Вот, я с детства глухой, естественно, говорить не могу, все, я пишу ей. Вот она все читает, читает, вот. И звонит там в одно место, говорит, что да, действительно, в архитектурный глухим нельзя. Ну, я беру журнал «Жизнь глухих», где написано о очень известном глухом человеке, а отец у него академик, вот, ученый. Вот я ему, ей показываю, что вот, есть такие случаи, вот, и тогда, говорит, если вы меня не примете, мое заявление, я тогда к Фурсовой пойду. Вот, ну ладно, иди, езжай и посмотрим, как ты будешь экзамены сдавать. В общем, положили мои документы в папку в архитектурный факультет. В общем, на одно место было 35 студентов. Вот надо было мне сделать работу, вот, акварелью все это срисовать, потом физику-математику надо было сдавать. Вот. Литературу, это значит в другом отделе, вот я сдаю экзамен, физику, химию, черчение, сдаю я физику 5. Математика 4. Последний. Русский язык. Сочинение. А у меня это вообще мое больное место. Я с детства учился и всегда получал плохие отметки. Вот, я был более спортивно одаренный, а вот в этом плане были проблемы. Вот. И благодаря одному человеку, глухому, который мне помог, подтянуться в литературе, в русском языке, я давай за короткий срок читать много книг, как закалялась сталь, вот, всякие там произведения, вот,
И как только начал сдавать экзамен, первое, что было написано, я испугался. Название, может быть, знаете, кубинский писатель Хемингуэй. Я не читал его никогда. Дальше. Свободная тема. Тоже был не готов. Третье. Стихи. Вот я стихи не люблю, но думаю, может, как-нибудь разберусь. «Жизнь и подвиг» Павла Корчагина. Слава Богу, я хорошо как раз готовился по этой теме. Вот. И до сих пор помню это. И вот я сел, начал писать, проверяю. Вот, и говорю, что я закончил. Получил 101. И в итоге получаю 4. Вывешивается стенд зачисления. Я по баллам занял 13 место. И смотрю, вопрос стоит. 35-36, очень слабый, еле-еле сдавшийся. Папа, мама, как говорится, обеспеченные, да, были. Они, значит, решили, как говорится, меня убрать, а его, как говорится, подвинуть. В общем, жюри, декан меня вызывает и спрашивает меня, вот ты не слышишь, да, а как ты будешь вообще на лекции сидеть, и как ты будешь все это, конспекты писать? Говорит, буду сидеть рядом со слышащим, у него все, как говорится, списывать, срисовывать. А я сказал, что если артикуляция педагога хорошая, я все пойму. И так попался, что один урок заведовал профессор с бородой, и у него самого был какой-то аппарат. Знаете, в свое время был аппарат такой нагрудный. Вот. И благодаря этому профессору я поступил в это археологическое отделение. Отучился в первом отделении. Я стал членом Союза архитекторов Советского Союза. После окончания института, 6 лет обучения, распределили меня по Советскому Союзу. Тогда в тех городах надо было делать восстановительные работы. И вот научный центр, вот, где не было, вы направили в тот город, где не было квалифицированных архитекторов. Вот я прилетаю туда. Был в Киеве, в Тбилиси, в Новосибирске, в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот. Звали нас всех архитекторов по местам, вот, с хорошей зарплатой, с хорошей работой. Вот. Вот. И хотели меня куда-то направить. Вот. При этом сказав, что он глухой архитектор. Вот. Вот, и никто меня не принимал, вот. И вдруг там согласились, вот, меня приняли, дали мне по тем временам 300 рублей, оплатили самолет туда-обратно, через 2 месяца двухкомнатную квартиру мне дали еще. Начал я работать, заказов было очень много,
Основная работа – это научные разработки, вот, вот эти климатические, морские вот эти сооружения. Вот. 74-й, 75-й год. Работал я, как говорится, исправно. Вот. И сделали нам заказ. Институт Биоморя, где можно было добывать морские водоросли и потом это все на продажу. Как-то мы приехали на объект, который должны были построить. Вот. Видим сопка, холм, вот, спуск в море. Вот. И вот мы решаем и думаем, как бы сделать какое-нибудь сооружение определенной формы. Согласились, вернулись в отдел, и мой заказ оказался самым лучшим, интересным, с деталями, с окнами. Вот. И директору понравился именно мой проект. Вот. И началась очень безумная, бешеная работа по времени. Вот. И он видел одну картину. Вот там Соколов работает, да, здорово. А вы там все это болтаете, болтаете. Вот. И девочка говорит, что там про тебя говорят, что вот решил я сделать это одно сооружение оригинальное, вот, которое вот, при движении издавало некий звук. Вот представьте себе, у меня такой конструкторский такой прием был, и я, когда работал, он постоянно жужжал, я не слышал. Вот. Ну, была такая история у меня. Вот. И в 95-м году была выставка молодых архитекторов. Хабаров, Дальний Восток, участвовали Камчатск, регион Магадан, вот, и так получилось, что мой проект выиграл первое место. Вот, самые лучшие работы были отправлены на выставку в Советский Москву. Вот, и я попал на выставку, начал собираться в Москву, в Центральный дом архитекторов. Выставил свои работы, вот. А там были представлены работы молодых архитекторов из разных городов, очень сильные были работы, я даже считал, что они более мощные и сильные, чем мои, вот. Но тоже время судили все работы, и так я попал в десятку самых лучших архитекторов. Дали мне премию, я вернулся в Петропавловск-Камчатке в это время. Нас построили самый длинный высотный дом. Вот. И так как там часто происходит землетрясение, то это делали по определенному типу. Вот. И длинные дома надо было строить по специальной японской технологии. Японцы ведь могут это делать, вот. И когда мы начали это делать, шарниры там специальные, которые выдерживают колебания земной коры. Вот, вот 16-этажное здание, будет президиум, и ты будешь на президиуме. Официальная делегация, он говорит, ну я не слышу, ничего, разберемся, напишем тебе, если что надо. А так как там в Петропавловске-Камчатске попался, есть клуб для глухих, вот, и я попросил, значит, переводчицу. Согласовали этот момент, вот, за определенную плату. И дали мне письмо в связи с открытием. И вот переводчица мне все это переводит, излагает. От денег моих отказалась, вот, подарила ей шоколад. Вот, и как-то мы свободное время. Возвращаюсь на работу, вот, и меня поздравили с
вручением.